Сейчас находится Евгений Шевчук, и куда он, в какую сторону вылетел вчера из аэропорта Кишинева? Если бы Евгений Шевчук хотел бы, чтобы вы узнали эту информацию, она была бы размещена на официальном сайте администрации президента Приднестровья. Правда ли то, что он находится в Греции или в Карлово-Варе? Правда ли то, что вы пришли узнать итоги встречи политических представителей в формате 5+2? Можно ли узнать?